Кафедру казахской филологии и методики преподавания латинской графики открыли в Таразе. Педагоги уже приступили к работе. На данном этапе важно учесть все правила орфоэпии и орфографии нового алфавита. Опыт по переходу на латиницу преподаватели намерены перенять у турецких коллег университета Карабюк. Между университетом и налажено тесное сотрудничество. Сейчас таразские ученые изучают методические принципы перехода на латинский алфавит. На кафедре казахской филологии и латинской графики наши ученые работают над разработкой методических программ по переходу на латиницу. Перед нами поставлена большая задача. Важно охватить не только школы и высшие учебные заведения, но и с помощью мероприятий донести до нашего общества возможности нового алфавита.